В недавно выпущенных мемуарах Арни Шварца автор рассказывает о своих невероятных приключениях и спортивных достижениях. Но о чем жалеет Шварценеггер? Вы никогда не поверите. Он так не научился ездить в правильные фейки. И сегодня для Арни и всех тех, кто ездит плохо в фейки, наш выпуск. Фейки – это контролируемая езда задом наперед, во время которой вы видите, куда вы едете, вы можете повернуть вправо или влево и можете совершить любой нужный вам трюк. Ключевыми движениями фейки являются висящая над задним колесом пятая точка, прямые напряженные руки, согнутые колени, напряженная поясница и пресс. Очень напоминает нам мену. Смотреть вы должны через левое или правое плечо постоянно, чтобы не врезаться в прохожего, по ребрик или не сбить домашнее животное. Большой ошибкой в езде фейки являются маленькие хопчики, когда вы теряете равновесие и делаете это поганое движение. Выглядит это отвратительно и ни о каком контроле не говорит. Учиться ездить задом наперед нужно начинать раньше, чем учить 180. Вы должны контролировать это движение с самого начала, чтобы у вас не было такой проблемы, когда вы делаете 180, вы сразу же выходите. Учить начинаем от стенки. Подъезжаем на низкой скорости к любой стенке, можно под горку. Врезаемся в нее мягко передним колесом, вжимаемся, сгибаем локти и коленки, так, чтобы у нас была инерция для движения назад. Затем отталкиваемся, выпрямляем руки, сгибаем коленки и распираемся между педалями и рулем. Пятую точку переводим за заднее колесо и смотрим через левое или правое плечо назад. Педали крутим примерно по ходу втулки. Слишком быстро крутить педали назад не нужно. Чтобы повернуть влево или вправо, вам нужно перенести пятую точку в противоположную от поворота сторону и немножко вывернуть руль. Чтобы сразу не выйти, нужно оставлять выпрямленными руки. Выходить нужно в сторону от передней ноги. Если обычно вы катаетесь вперед правой ногой, выходить вы должны влево. Если катаетесь левой, соответственно, наоборот. Есть несколько вариантов выходов. Первый – это просто выворот колеса с нажатием педали. Вы выворачиваете колесо, чуть приподнимаете руль на себя и давите на педаль передней ноги. Второй вариант – это слайд. Вы совершаете все те же самые действия, но не отрываете переднее колесо от асфальта, а просто с силой проворачиваете его по земле. Третий вариант – это half-cab, когда вы едете назад и перед самым моментом выхода делаете бани-хоп задом наперед. Для этого нужно поймать противоход втулки и после того, как вы чуть-чуть отвернете колесо в сторону поворота, нажать на педаль и подтянуть велосипед руками и ногами.